промах. Далековато, конечно, мне. Сидел с той стороны сосны. Два сидела их там, мне. Что, мои дорогие друзья, подписчики и гости, усаживайтесь поудобнее у своих телевизоров. Доставайте что-нибудь вкусное. Сейчас будем есть. Кто-то может даже рюмашечку налить. Не возбраняется. Брожу сегодня, парни, весь день. И без толку. Этот гражданин не работает. Не хочет работать. Покушаю немножко сальца с хлебушком, попью чаю. Хожу с тигром. Сегодня, конечно, если бы ходил с ружьем, можно было бы парочку глухариков щелкнуть и рябчиков штук 5. В лед из тигра не стреляю. И рябка тоже. Вчера я, кстати, хлопнул рябка одного. Не скажу, что его порвало. Дырка такая аккуратная, прошло. Вообще, тебе ничего не дам, ты не заслужил сегодня, друг мой сердечный. На недельку я, друзья, приехал поохотиться. Нарезочку буду выкладывать с охот. Потому что снимать все подряд, там каждый день выкладывать, это тоже немного напрягает. Так буду делать нарезку. Как из мяса, так и из видео. Собака перестала работать. Плохо работала, еще раз напомню. У меня раньше без мяса останемся. Но еще есть шанс на загонную охоту. Фу. Расскажу историю, связанную вот с этим местом. Здесь речка. В годы моей юности, когда был я еще браконьером, ходил с одностволкой, с двадцаткой. Кобель у меня, который уже сейчас в пенсионном возрасте, вот здесь поднял лося. Лает с одного места, я подхожу к нему, ну, слышу, что лает по-крупному. Подхожу, там завал вот вроде этого, и лось стоял за завалом. А собачка рядом, из-под завала на него лает. Уже морозец такой был, наверное, ноябрь, начало ноября. Он лось пошел в мою сторону, так завал обходит и на меня. Такой был бычара, это вообще огонь. Ну и что, я с одностволочки хлоп. Вижу, передо мной березка. И наклонилась. Пока я перезаряжался, лосик ждать не стал. Не любит он это дело, ждать. Чайку еще из термоса попью. Костер не жгу, тепло. Чайку сейчас бахну. И двинусь дальше. Рекомендую на охоту, парни. Литровый термос, если вы один. Литровый термос с утречка брать. Если, конечно, уже дело к морозам, то котелок надо с собой. На всякий случай, мало ли, придется в лесу задержаться. Спросите, наверное, меня про охоту на лабазе. Все нормально. Охота, так скажем, состоялась. Могу обманывать. Потому что смотрит меня разный контингент.
хорошо сегодня в лесу, очень. Погодка отличная. По поводу тигра. Кому-то из моих подписчиков не понравился мой карабин. Сколько людей, столько и мнений. На мой взгляд, машина надежная. Безотказная. Кто-то говорит, что армейское оружие не должно быть на охоте. На мой взгляд, это не так. На охоте и должно быть именно надежное оружие. Надежное, скорострельное. Тем более, если охота идет по крупному зверю. Завтра тоже, наверное, куда-нибудь выдвинемся. Не знаю, с ночевкой пойду, не пойду. Возможно, и схожу. Скоро на капканы где-то что-то поменять там, подделать. Грудинку ем я, грудинку. С хлебушком, очень вкусно. Веришь, Соболь? Очень вкусно. Но ты не получишь ничего за свою работу. Твое мясо в лесу. Глухари взлетят, улетят, он давай тут бегать на этом месте, лаять, орать. Что с собакой случилось? Непонятно. Близко мы к зиме уже находимся. Природа засыпает. Засыпает лес. Глухаря нынче много, рябчика очень много. Я говорю, если бы сегодня с двухстолкой ходил, то наколотил бы. В лед я в лед довольно-таки неплохо стреляю. Сказано, не для хвастовства, но глухари падают. И падают часто. По утке нынче не охотился, не брал путевку. У меня на глухарика. А покажу. Пушнинку с Олегом взяли. Он куничку. О, я куничку, он. Бобрика. То, что я браконьерю, вот глухарик. Глухарик. Разрешение на добычу птицы. И это у нас Санька Егерь брал на кабанчика. Ему 90% скидка. Кабан. 90% скидка, так как он Егерь у нас тут. Ему скидочка хорошая. Но кабана у нас нет. Редкий случай, когда кабан проскочит. Так очень редко. Что-то и лося-то сегодня хожу не больно. Не больно так нахожено, я бы сказал. На реву слышал лося нынче. Сидел на лабазе, слышал лося. Я поквокаю, и он квикается. Но подойти не подошел. Наверное, он уже с лосихой ходил. От бабы не хотел отделяться. Отобьют, скажут. Пакет не запакичивается. Так. Ладно, парни, я отключусь пока. Батарейка садится. На ночь ставил на зарядку. Походу зарядка сам зарядник плохой. Не зарядил камеру. Давайте, если мало ли что интересного будет, включусь. Соболь, ребята, ищет лося. Вот осина. Вчера я нашел, она была изгрызана свежими. Свежие следы были, абсолютно свежие. Сегодня пришел с собакой, видно, лоси снова выходили кормиться.
Бегает, нюхает, не может разобраться, куда ушли. Сейчас он направление поменял. Я тут в ту сторону, 257 метров у собаки. Я думаю, что почуялся. Поэтому он по делянке бегает, вижу его. Ищет, пусть ищет. Собольку вот нашел. Ребят, приходится перебираться через такие вот запруды бобринные. Ну, метров вот уже, наверное, 200-300 я иду по запруде. Да специально для людей соболезнующих бобрам, которые охотников живодерами называют, которые ловят бобра. Посмотрите, какие площади затоплены водой. Это не очень хорошо. Тут бобра практически никак не взять, если только на плотине зимой. Он практически на плотину не выходит, потому что она запружена у него с лета. Метров 300 она идет. Водичка тихонько сбегает. Раньше, конечно, такого не помню я, что в годы моей юности было столько бобра. И он, зараза, хитрый стал, он такие места сейчас выбирает, что его не половишь, негодяя. Ну чего ты не ищешь-то? Мужики, что с собакой делать? Перестал лося искать. Поиск у него 100 метров от хозяина, бля. Дальше не уходит. Ну давай, иди, Соболь, иди, пошли. Наверное, закормили собаку. Убегал сегодня два раза на километр, непонятно за кем. Печально, конечно. Без мяса остаемся. Сегодня идем с Олегом в избушку. Вот такой у меня новый друг. Шухер! Шухер! Вот такой. Назвал его Шухер. Месяц уже живет, прибежал откуда-то. Месяц живет в поселке. Голодный. Хозяин найтись не может. Если кто собачку узнает, Шухер! Вот такой вот красивый кобелек. С ошейником пришел. Пришло их двое. Гончий старый. И вот эта лайка молодая.
у одного охотника, там у нас они. Он ходил на охоту со своими собаками, и эти увязались из леса за ним. Не знаю, звонили уже в соседние районы оба. Никто не отзывается. Кто если собачку узнал, можете связаться со мной. Написать комментарий. Подскажем, где она. А пока беру ее в лес. Потому как у того охотника у самого две собаки. Он говорит, мне четверых не прокормить. Я шухера прикармливаю. Назвал шухером его. Такой он, шустрый кобелек. В лесу еще не опробован. Сегодня вот первый выход. Наверное, с соболем драться будут. Так что такие дела, парни. Вчера весь день лил дождь. И сегодня такая погодка хмурая. Может быть, выясним. Что-то на сегодня вроде дождя-то не обещали. Ну, как бог даст. Сейчас встретимся с Олегом. Он со своей собачкой придет. И двинем на избушку. Я по путику пойду. Олег стороной. Надо было где-то капканчики подправить, где-то что-то. Что шухер увидел? Но что-то услышал. Пойдем давай. Капканчики подправить там. Где-то слабые капканы есть. Поменять их. В общем, такие дела, ребят. Идем по лесу, друзья. Олег ушел немножко. Правее две собаки с ним. Соболь, походу, лося прицепил. Соболек, походу, прицепил лося. Идет за ним, уже прошел. Чем на километра? Три. Ничего не говорил? Я не говорил ничего. Шкура заячья на дереве висит, бля. Ты что там, далеко идешь-то? Так вот я выхожу на эту, на свежую-то делянку-то. Ну, которая, как сказать, по дороге-то, бля. Километра еще до избушки. Иду путиком, смотрю капкан. Дорога то вверх, то вниз, то подъем, то спуск. Все в такой траве очень трудно идти. Там капканчик у меня. Ладно, здравствуй, изба. Жила ты нам долгие лета верой и правдой. Здравствуй, милая, здравствуй, дорогая. Вот, друзья, смотрите, стрельнул с тигра по рябчику. Вот дырочка. Входная. А вот дырочка выходная. Надеюсь, видно. Пробила его, проткнула. Вылетел так хорошенько, сел. Метров, может, 30-40. Я хлоп ему. И устряпал птичку на супчик сегодня. Супчик хороший из рябчика получается. Жалко, что
Луку не взяли. Забыли луку. Там есть в приправах лук вроде бы. Но это не то. Вроде бы такого лучку. Сегодня быт, наверное, немножко поснимаю я. По составу, бляха, хочу. Вот так. Отрезалась крылышко. Смотрите, ребят, птичку всегда по суставчикам разбирать. А то потом, когда кушаешь мяско, косточки вот эти мелкие, они мешаются. Я всегда по суставчикам стараюсь. Вот он сустав. Раз. Опа. Так, хоп, по суставу. Крылья не беру. Шейку отрезаем. Перышки подвесим тут на дерево. Перышки на дерево подвесим. Обгузок у него раз. Отщипнем. Лапку оп. Уберем. Кишочки. Ох ты, я биться за ногу лизанул сильно. Ничего, не страшно. Кишочки раз туда. То, что осталось, тут сердечко. А мы оставим. Это мы любим кушать. Может, Олегу еще что-нибудь повезет, подфартит. С двумя собаками идет, так может, глухарика где? Прихватят. Еще бы репчика одного, мало. Одного там суп. Парочку бы репков. Парочку бы репков. Было бы шикарно. Так. Кровинка тут из него вылезла. Вообще репчика. Нужно, ребят, без всякого ножа полностью разобрать. Как захотите. Есть, конечно, места, где надо подрезать. Косточки мягенькие, разварятся супчики, да их практически не чувствуется. Наварчик будет хороший. Вот так. Сейчас водички наберем и пойдем в избушку. Подхожу, ребят, к избе. Фу, бля. Тут воды-то можно рядом было набрать, я тащу. За 3-9 земель, бля. Думал, обсохло все, ничего не обсохло. Воды кругом. Там проточный брал из ручейка. Ой, устал как. Ой, как устал. Здравствуй, изба, здравствуй. Здравствуй, матушка. Серега, охотник к тебе идет. Принимай гостей, дорогая. Принимай. Ой-ой-ой-ой. Устал. Добрались, слава богу. Надеюсь, вот Олег. Причиндосы какие надел. Все как в танке после пьянки, бля. Опа. Вот так. Вот так. Повесим тигрушку. Подвесим сюда его. Опа-на. Это груз. Припёр я. Ебить твой хай. Ох, как тут уютно. Ох, как тут хорошо-то. Ох. Хорошо. Хорошо. Спальнички-то где у нас?
Не вижу что-то. А, вон спальнички. Маленько разденемся. Отцы достанем. Видно? Часы еще брякает. Охренеть. Все-таки москит, наверное, снимать с окна. Светочку москитную с окна нужно снять. Связи нету. Так. Вот так. Привет, хлопцы. Малость отдохнуть и за дела браться. Дровишки Олег тут подготовил на растопку. Поубрал тут все маленько. Мечки такие вот изладил, столик, решеточка тут у нас над костром и болото. Как здесь тихо и спокойно. Красотень. Олег всю избенку подделал. Вот так. Это марля валяется. А что, откуда он? Что у них был? Косочки еще остались немножко. Все распилено, надо все это складывать. Работы много. Как говорится, непочатый край. Все дрова надо прибирать. Тут все распилено. Красота. Все это обработали. Олег обработал. Смотри, тут обрабатывали, приходили. Пол, потолок, все стены, все обработано антисептиком. Вот такие дела, парни. Вот такие дела. Ладно, немножко пока отключусь. Что есть-то? Что, сейчас сало поедим? Блин. Кроме не испортить свет. Да хуй не знаю, так хотя не отключили. Сахар дает только? Я там все взял еще. Что у нас, черным хлебом сало? Хоть какую-то. Кока-кола. Кока-колю попиваешь? Пиздец, весь сырой нахуй. Да, я кажу сырой. Блядь, с этим музыком не буду, блядь. Наоборот, заебись. А белый хлеб ты отмал, черный, блин. Уже белый. Так у тебя резанный тогда, давай твой. Изрежем.
самогонку забыть разводить. Самогонка ничем не надо разводить-то. Самогонка в животе разведется. Такого сала, да. Такого или такого? Похуй. Кстати, можно суп обжарить и обжарку сделать. Да. Ты не ел? Ел-то? Нет. Ел-то. Я тоже вот только буквально 5 минут не прошло, как я пришел. Я нормально. Долго прочистил картошку, бля. Я включил. А чё? Да пусть снимай, что такого там, блядь? Что, блядь? Выйдешь себя в ролике, разве плохо? Герой Ютуба, Бор. Человек, которому нечего в жизни скрывать, не боится съемок. Досочки нету здесь, Олег? Есть. Дай-ка досочку. Чё? Чё, не разводится? Не умеешь. Режем сальцо. Олег, да. Кинь-ка в печку. Что? Кинь в печку. Олег, на двери открыть, чтобы тяга была, разведется быстро. А? Колочек ты убери, пока расставим. О? Колочек. И тушенку убрал. Что хотел? Ну что, давай, хлопнем по. Почему-то. Че, все протираешь. Да хуй тут собаки вечно, блядь, спят нахуй. А че, на доске так хуй ставит? Ладно, давай. Немножко налил, немножко. Попробуй, блядь. Хуйня не занимайся. А не чё? Порти. Низко находил, блядь. М? Низко находил. Самогонка? Ну. Самогонку Кока-Кола не портят, блядь. Я просто попробую, блядь. Риски разводят. Крышка хлеб. С собой да, оставить надо.
чего вдруг. Да. Майонез, наверное, не нужен, блядь. Ну, нахуй, блин, это. Ну, давай, чё. Крышек. Жена. Чё, считай, я жир с этого сала туда захуярил, блядь. Тушёнки ещё. Ну, тушёнку я, жир с тушёнки, я собакам. Чё? Пепси-то я сейчас бы запил бы, нахуй. Вон, запей водой-то, ёпта. Пиваешь так, как нахуй. Че, наверное, хлопья пахнет пиздец, да? Да, я не пробовал. Пахнет? Чуть-чуть есть? Ничего не надо запивать нормально так. Запьешь хоть это, запивай что-то. Там что-то таблетка-то на литр вроде воды. Неужели так горько, бля? Нормально пьются? Как в ресторане будешь есть, бля? Как в ресторане, бля. Не, это мясо чинить. Чего? Не, на столе же, бля. Да. Ты-то сковородку взял, бля. Я сковородку. Ну вот избушки, конечно, поначе, бля. Ну, я сегодня не в той, бля. Палатки, бля. Палатки хорошо, а в избушке лучше. Чем какие-то матрасики надо, бля. Все равно на досках жестковато спать. А тут последние две ночи ночевал на этой хуйне-то, бля, вообще не здесь, нахуй. Запался, да? Бля, не спался. И на подушки, бля, маленькие. Хотя бы, бля. Ну, ты еще у меня подушки, да хуя, но они у нее эти. Нужные, бля. Пригождаются. Русскими там дохуя бывают. Ну то, что, блядь, завидишь, как храни, бля, в пакетах будет, подвешивать, бля. Да нет, просто подвешивать. Нихуя не будет. Не заплеют. Я веду не веду, чтоб мыши, блядь. Да мыши туда не зайдут. Вон сегодня зашли в избушку старую-то. Матрас лежит, нихуя ему не сделалось. Чё, Соболёв, неохота идти до тебя, да? Соболь, чё, не выспался, что ли? А? Соболюха, не выспался. Ладно, пойдём. Весь галечник обосран глухарями. Нам надо добавлять, да, мы же повыкливали все камни хуй. Надо вот, зимой протестируем просто, да. Ага. Это хороший галечник, бля. Ладно, пойдем. А там тоже сейчас много. Ладно, пойдем. Весь галечник обосран.